Проект «Медицинская диета» характеризуется повышенным потреблением овощей, фруктов, бобовых, рыбы, оливкового масла и орехов и снижением потребления красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жиров. Применение медицинской диеты связано со снижением смертности и уменьшением числа случаев множественных хронических заболеваний и слабости. В исследование были включены 323 испытуемых и 289 человек из контрольной группы, все из которых были предболезненными людьми старше 65 лет, за которыми наблюдали в течение одного года. Соблюдение медицинской диеты в течение однолетнего периода вмешательства коррелировало с сохранением состава микробиома по сравнению с таковыми у лиц контрольной группы, которые придерживались нормальной диеты. Участники группы вмешательства также сохранили более высокие показатели здоровья, включая уровни провоспалительных и противовоспалительных молекул, когнитивные функции и физическую активность, а также уменьшили заболеваемость неинфекционными заболеваниями.